поворотах машину бросает вверх. Снова дух замирает, но прекрасной профессии нет. В каждой роли смогу я 100 жизней прожить. Лишь кино может все это мне подарить. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного в гостях. Каскадеры, каскадеры, ведь опасность это в общем-то пустяк. Это наша судьба, мы не можем иначе. На экране рискуя, мы лихо преследуем зло. Если б жизни бы нашей так же нам бесконечно везло. Снова съемки, погоня и риск без конца. Мы работой своей обжигаем сердца. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного в гостях. Каскадеры, каскадеры, ведь опасность это в общем-то пустяк. Это наша судьба, мы не можем иначе. Каскадеры, мы у случая прекрасного в гостях. Каскадеры, каскадеры, ведь опасность это в общем-то пустяк. Это наша судьба, мы не можем иначе, иначе. Это наша судьба, мы не можем иначе. Мы не можем иначе, а мы не можем не выйти в эфир по воскресеньям вечером отсюда со студии «Аутгард» вместе с программой «Флэт», чтобы порадовать вас, наши дорогие зрители и слушатели, великолепной музыкой. И сегодня в гостях у нас просто легенда отечественной рок-музыки. Легендарный, легендарные земляне, которые находятся на новом витке своего творчества. И сегодня они не просто земляне, а сегодня они земляне «Восточный экспресс». Я представляю вам легендарных, совершенно легендарных музыкантов. Это здесь Сергей Васильев, Юрий Жучков и Юрий Бабенко, с которыми будут с нами на протяжении этого часа. Будем слушать замечательные песни, и старые, и новые. Будем общаться. Напоминаю, у нас работает чат. Вы можете задавать свои вопросы, спрашивать обо всем том, что вам интересно услышать. Земляне с удовольствием вам ответят. Ну, пока вы собираетесь с мыслями, пока вы готовитесь к этому нашему интерактивному общению, я, Павел Сурков, позволю себе задать несколько вопросов нашим сегодняшним гостям. Вот вы сегодня у нас в гостях в таком, как я понимаю, несколько новом качестве, то есть вы не просто земляне, вы земляне «Восточный экспресс». Новый виток творчества. С чем это связано? Как было принято вот такое решение начать новое дело, новую работу со старыми друзьями и с некой новой концепцией? Расскажите об этом подробнее. Дело в том, что... Все очень гораздо, ну, довольно просто на самом деле. Группа «Земляне», когда выезжала за границу в конце 80-х годов, само название «Земляне», оно как бы не звучало на западный, на западном сленге. Вот. И поэтому было придумано такое название, как «Восточный экспресс», который «West Express», оно звучало очень хорошо, ну, было звучное довольно. Вот. И мы решили остановиться на этом названии. Почему? Потому что нам надоело смотреть на Землю через иллюминатор.
Вот. И мы решили пересесть в Восточный экспресс и промчаться с ветерком по земле в новом качестве, вот, в этом Восточном экспрессе. Останавливаясь в том числе и на маленьких полустанках для того, чтобы порадовать тех, кто туда пришел. Ну, естественно, конечно. А вот сразу тогда вопрос. Вот откатимся назад в тот самый 87-й год, да, были эти зарубежные гастроли? Ведь, по сути дела, насколько я понимаю, вы были одной из первых групп, российских рок-групп, кто поехал туда, на Запад, и кто имел там совершенно ошеломительный успех. Да, тогда это еще было СССР, Советский Союз. Да. Вот, первая наша поездка была в город Дрезден на шлягер-фестиваль в 87 году. Мы заняли первое место, получили по тем временам большой приз, 2000 марок, которые отдали Фонд мира. Вот, то есть мы там произвели очень сильный фурор на этом фестивале. А чем это было связано? Не ожидали того, что русские, советские люди, да, могут играть вот такой самый настоящий рок? Конечно, мы же тогда были закрытой страной, вот, и все, все как бы то, что приходило с Запада, да, через железный занавес. То есть мы были закрытой страной, неизвестно, что здесь происходило. А тут вдруг вышли такие разухабистые, веселые, энергичные ребята и просто убили наповал всю немецкую публику своей энергетикой, своим таким посылом энергетическим, своей подачей материала. Вот. Мы же там пели две песни, одну на немецком языке, «Die Glocke der 2000 schlägt», это группа «Карат», да, была? Да. Вот. После этого вокалист группы «Карат» подошел с такими открытыми глазами, сказал: «Ребята, я ничего не слышал, я даже не мог представить, что вы можете сыграть мою песню вот так вот». Он не решил после этого завязать навсегда с творчеством, нет? Надо будет узнать, позвонить. Ну, судя по тому, что о группе «Карат», да, ничего не слышно в данный момент, а «Земляне живут, здравствуйте, процветают», да, наверное, что-то у них не заладилось после этого легендарного концерта. Видимо, да, что-то так. Вот такой вопрос. Вот чего началось увлечение рок-музыкой? Что подвигло? Какая была та пластинка, после которой каждый из вас, это вопрос уже к каждому, да, после чего вы решили погрузиться в дебри рок-музыки и вот оттуда больше не вылезать? Ну вот у меня, допустим, первое, что на меня произвело впечатление огромное, колоссальное, было, это Deep Purple. Вот когда я послушал. Ты не одинокий. Первый раз Deep Purple, потом Назарет. Все, я понял, что другого пути нет. Нужно. Ну, Rolling Stones, Beatles, естественно. Вот, на меня произвели. Тогда мне было лет 12-13. Вот. Ну, на меня произвели жуткое впечатление, неизгладимое просто. Я хотел пойти в кораблестроительный институт, но после того, как услышал «Битлз», тогда вот на гибких пластиночках все выходило, я просто взял в руки гитару, и с тех пор я не выпускаю. А вот такой вопрос. Вот говорят, что рок-музыка, она может существовать, ну, скажем так, настоящая рок-музыка может существовать почему-то только на английском языке в силу определенных свойств языка, лингвистических свойств. Что ты, скажем так, не споешь простыми словами о высоких чувствах и о каких-то так, насущных проблемах. И что русская рок-музыка – это такое вот… И вы и одно такое из немногих счастливых исключений из этого. Что думаете по этому поводу? Вы знаете, мы исколесили пол Германии. При этом сделали только одну песню по-английски, «Back in the USSR», остальная вся программа пелась только по-русски исключительно. И немцы настолько неожиданно хорошо это все воспринимали, просто на ура. Не пытались подпеть по-русски? На Кубе пытались. На Кубе да. Пели, мы даже не знаем откуда. Понятно, что в Болгарии подпевали, потому что понятно, что там почти Советский Союз был. Угу. Вот на Кубе мы удивились полностью. То есть люди пели песни, которые мы пели. Тоже «Траву у дома» и «Полные волны», те песни, которые… И, может быть, даже понимая, о чем в них идет речь? Они, по-моему, там все понимают сразу, потому что энергетика, движение – это самое главное в музыке. Ну да, музыка – это как бы интернациональный язык. Вот. Конечно, английский язык, тут ничего, с часов не спишешь, естественно, произношение и как бы мышление немного другое. Но мы вполне доказали, что рок-музыка может существовать и на русском языке. А есть не то, что даже существовать, а просто имеет место. А есть ли какие-то, может быть, русскоязычные рок-исполнители, да, кто вам, скажем так, близок по духу, кто вам нравится, и с кем бы вы, может быть, там хотели как-то, ну, посотрудничать, может быть, вместе?
Ну, мы постоянно видимся и с Сашей Монином. То есть у нас как бы проблем с этим нет. Дима Варшавский. Дима Варшавский. Валера Кипелов, конечно. То есть все вот наши старые рокеры, да, со всеми дружите и со всеми. Даже у нас сейчас новый появился, как бы вот новый друг. Это Андрей Ковалев, депутат, который. Ну, позиционирует себя как... Который активно продвигает, который, да, сейчас. Да. Россия вперед. Мы, честно говоря, верим в него. У нас есть свои люди. А, тогда сразу вопрос. Насколько я знаю, под руководством Андрея Ковалева проходит большое количество сейчас разных рок-фестивалей. Да, да. Участвуете ли вы в них? Как, и какое ощущение от сегодняшней современной публики, молодежи? Как принимают? По сравнению с тем, что было в 80-е, когда там... Ну, я помню, что на концерт «Землян» было билет купить очень сложно. То есть, там, по-моему, они за один билетик давали 5 билетов в Большой театр или что-то в этом роде. Были полные залы. Да, и... вы что? Да. Для меня это просто откровение. Билет в Большой театр являлся, это был как доллар. Это была такая свободно конвертируемая валюта. А дальше уже исполнитель, он варьировался, сколько за него давали билеты в Большой театр. «Земляне» за «Землян» давали 5. Черт возьми, приятно слышать. Да. Я не знал просто. Чем отличается сегодняшний слушатель вот от того слушателя, который приходил 20 лет назад? Ой, да всем отличается. Сейчас молодежь, она более эмоционально выражает свои чувства, что называется. Если раньше как бы все это было очень скромно, буквально людей вот так вот сажали в кресло и ни шагу вправо, ни шагу влево, то сейчас... Сейчас демократично. Можно... Сейчас поменялся... Раньше стоящий партер, это просто нельзя. Поменялся строй. Больше информации, конечно, стало. Так что... А вот как вам живется в этом новом информационном поле? Отлично. Отлично. Мы себя чувствуем просто на гребне волны. Клево. Замечательно. Выражайся. Ну что ж, тогда прошу следующую песню, а потом после нее вернемся и поговорим уже о ваших дальнейших творческих планах и, может быть, тоже что-нибудь повспоминаем. А я призываю всех наших зрителей и слушателей тоже подключаться к нашей беседе, задавайте ваши вопросы в чате. Самые интересные мы зададим нашим сегодняшним гостям. Итак, песня. Мы выбираем путь, идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути в жизни просто нет. Стоит шаг пройти, заносит время вслед. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как доброту людей. Поверь в мечту, как красоту. Поверь когда-нибудь, поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту и в путь. Усталость иногда зажмет на сердце грусть, настигнет нас беда, что омрачить могу. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Обратного пути у жизни просто нет. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь мечтам, поверь мечтам, поверь мечту скорей. Поверь мечту, поверь мечту, как доброту людей. Поверь мечту, как красоту. Поверь когда-нибудь. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту и в путь. Thank you.
мечту, поверь в мечту, поверь в мечту, скорей, поверь в мечту, поверь в мечту, как в доброту людей, поверь в мечту, как в красоту, поверь когда-нибудь, поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту и в путь, поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту, скорей, поверь в мечту, поверь в мечту, как в доброту людей, поверь в мечту, как в красоту, поверь когда-нибудь, поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту. Браво, браво, браво у нас в студии. Сегодня «Земляне. Восточный экспресс». Новый виток легендарной группы, новый виток на пути их творчества. Я ловлю себя на мысли, что я вот не могу там сдержаться, сидя вне поля зрения камеры, когда вы поете, когда вы выступаете, что как не подпеть вот этим песням, которые помнишь просто, можно сказать, с юношеских лет, а вот сейчас слышишь здесь вживую. Я вот хочу о чем спросить. Насколько я понимаю, вы сегодня у нас не совсем в полном составе, то есть у вас есть и акустическая программа, и программа электрическая. Конечно. То есть вы... Мы как взрослый уважающий себя коллектив имеем любые программы. То есть, в принципе, вас можно услышать и в таком варианте, и в варианте, скажем так, настоящем стадионном. И вот мы решили именно вот в таком варианте. Нам самим стало интересно, как эти песни звучат вот в две гитары. Это, кстати, исторический момент. Вы впервые слышите эти песни. То есть сегодня у нас премьера. Сегодня история, премьера, да, акустической программы. Вы свидетели истории. Какие ощущения? Будет ли этот проект акустический Восточного экспресса продолжен дальше? Звучит очень свежо. Неожиданно. Тогда вот буквально два слова еще о самом проекте «Земляне. Восточный экспресс». Да. Как вообще зародилась эта идея, вот не быть просто, скажем так, просто землянами, а перейти к какому-то новому витку, и чего нам ждать от вас на этом новом витке, ну, по крайней мере, в ближайшее время? Ну вот сейчас идет работа над документальным фильмом, который серьезно заявит о том, что такое «Восточный экспресс», «Земляне». Вообще там будут интересные исторические моменты выложены. В общем, такая работа ведется сейчас. Это будет документальный фильм, да? Документальный фильм, да. Очень серьезная работа. Я думаю, до Нового года он увидит свет. И там вы узнаете. Это будет DVD или это будет фильм, предназначенный для показа по каким-то центральным каналам? Я думаю, каналам. Здесь будет и DVD, и одновременно для показа по центральным каналам. Тогда сразу вопрос, а будет ли DVD включать в себя, может быть, какие-нибудь совершенно эксклюзивные материалы, которых вот, ну, никто никогда до этого не видел? Будет ли что-то там такое? Нет, дело в том, что сам фильм он уже эксклюзивный. Вот, там очень будет много интересного, нового для публики. Я думаю, очень будет интересно, познавательно. Будут ли там какие-то, может быть, фрагменты концертных записей, конечно, нового «Восточного экспресса» в таком виде, как он, конечно, существует сейчас? Вот. Я думаю, что стоит набраться терпения. Угу. Вот. И когда он выйдет, я думаю, все увидят, что там будет. А может быть, откроете еще один секрет. Может быть, вы записали какие-то вещи специально для этого фильма? Там будет какие-то... Мы не имеем права сейчас открывать никаких секретов. Вот. У нас договор с режиссером. Все понятно. Интрига сохранена, но мы надеемся, что когда этот фильм выйдет, вы обязательно еще раз придете к нам в гости, и мы уже поговорим об этом фильме отдельно. Конечно, с удовольствием. Ловлю на слове. С удовольствием. Еще вот такой вопрос по поводу тех самых легендарных вот, зарубежных концертов и потом всей последующей работы. Угу. Вот насколько я помню, «Земляне», они как вот возникли много-много-много уже лет назад, несколько десятилетий назад, вы все время были как-то на волне популярности, никогда не сходили, и звучали ваши песни и по радио, и по телевидению, но
При этом вы всегда оставались в рамках какой-то выбранной одной вот такой вот стилистики. Не хочется ли сейчас, может быть, как-то поэкспериментировать и привнести музыку что-то совсем кардинально новое, что вот слушатели очень удивят и покажут землян с новой неожиданной стороны, скажем так. Ну, я думаю, что да, вместе с фильмом где-то до Нового года должен выйти новый альбом наш. Он будет записан, что называется, по-новому, новыми звуками. Вот. Я думаю, что интересна будет работа. Вот. А что касается то, что мы были всегда на волне. «Земляне» всегда был гламурным коллективом. Гламурным? Да. Неготично? Нет, нет. А в чем этот гламур состоял? Ну, вообще слово «гламур», мне кажется, что здесь еще ноги растут от Гарри Глиттера. Вот. Все блестящее, все такое перспективное, все движущее, вот такое богатое. Вот. Это все как бы нам созвучно было всегда. Вы ощущали себя модной группой? Конечно, конечно. Конечно. Александр Васильевич Масляков, когда на Новый год, помнишь, мы... Когда он назвал, о, «Земляне» самая блестящая группа. Коллектив. У нас были костюмы, расшитые камнями, просто вот такими живыми, настоящими камнями. 15 килограмм пиджачок. Да, пиджачки весили 16 килограмм. Сколько весил пиджак? 15, по-моему, или 15, или 17, я уже не помню. Был вес, вот в Сопоте мы выступали, когда ездили на фестиваль в Сопот. Какой год это был? 88 год. Вот я его там одевал. Теперь я понимаю, у кого Мадонна украла идею костюмов, расшитых стразами от Сваровски. Он был полностью расшит. Я когда одевал, как в кольчуге. Да. И было такое, что, вот, допустим, во время исполнения песни, ну, бывает такое, что подпрыгнешь, допустим, да? И вот я подпрыгну, мое тело опускается, а пиджак летит вверх еще. И мне так... Это частенько было. Да. То есть, когда я приземлялся на землю, пиджак еще где-то там падал и мог причинить серьезную травму. Здесь немножко было иногда так поцарапано этими камешками, но это ерунда. Петь не мешало? Не мешало, но было очень красиво. Издалека смотрелось... Гламурненько. Гламурненько. Было очень красиво. А будет ли сейчас у «Землян Восточного экспресса», может быть, какой-то еще новый внешний антураж? Это мы не скажем сейчас. Ага. Это мы сейчас не скажем. Это в фильме. Все в фильме. Ну, хорошо. А, да, и самый главный вопрос. Планируете ли вы какую-то, может быть, большую презентацию этого фильма? Будет ли, может быть, какой-то большие концерты? Конечно. Мы планируем идти по-взрослому с презентациями и с концертами. Все у нас в порядке. И вот мы услышим и увидим «Землян Восточный экспресс» в рамках этого проекта, вот как обещают, уже до конца этого года. Ждем с нетерпением, а сейчас еще большим нетерпением мы ждем следующую песню, и я вернусь к разговору с нашими гостями после того, как они еще раз порадуют нас своим творчеством. Я Павел Сурков, оставайтесь с нами, задавайте свои вопросы в чате. Это программа «Флэт» на Живом радио и Живом ТВ.
хрупкий, словно лед, по весне вернется лишь во сне. И очалит снова в мир зеленых трав и синевы, где с ним простишься ты. И рукою махни кораблику вслед, и в душе сохрани детство, солнечный свет, ясный свет. Стал навек он твоей судьбой и спасет от беды любой тебя. Земляне, Восточный экспресс, здесь у нас в программе «Флэт» на живом радио и живом ТВ, на студии «Аутгард» с помощью телекоммуникационной компании «Интелком». Доводим мы до вас замечательную музыку, музыку нашего детства, нашей юности. А может быть, кто-то из тех, кто нас сегодня слушает, еще даже не родился тогда, когда эти песни гремели на всю страну. Но, тем не менее, мы видим, что хорошая музыка, она вне времени, и сегодня, благодаря землянам «Восточного экспресса», она приобретает новое, новое, даже сказать, концептуальное звучание. Да, правильно ли я понимаю, что «Земляне Восточный экспресс» — это проект скорее концептуальный, да? В чем вот будет состоять его основная концепция? Ну, я думаю, что в фильме вы все узнаете. То есть это такое возрождение старого доброго рока и демонстрация нашей молодежи. Дело в том, что... того, как надо его играть. «Земляне» — это история. Понимаете, да? «Восточный экспресс» — тоже история. Вот. Но это перетекание и одной истории в другую, скажем, вот так вот. И новый виток творчества. И новый виток, да. Новые песни, новые да, звучания. Да. Мы чуть-чуть хотим отойти от старых песен, чтобы делать новые песни. Уже как «Восточный экспресс». А вот в связи с новым витком творчества, вы следите за тем, что происходит сегодня в современной рок-музыке? Конечно, следим, да. А вот что нравится, что наоборот не нравится? Какие вот впечатления от того, что сейчас происходит? От тех пластинок, которые сейчас появляются? Скажем так, какая была последняя рок-пластинка, которую вы там послушали, которая произвела на вас какое-то впечатление? Ну, знаете, дело в том, что вот что касается нашей ситуации в стране, у нас беда с рок-музыкой, честно говоря. Вот. Тот формат, который... крутится по ящику, скажем так, да? Но это не рок-музыка, это, мягко говоря. Ну, с нашими это все понятно. Да. Этот диагноз поставлен уже довольно давно. Да. А вот из зарубежных? Есть ли какие-то новые имена, которые действительно вас зацепили? И... Есть такой, ну, это, правда, блюзовый гитарист, Джо Бонамасса, есть такой человек. Просто удивительный человек. Приезжает к нам, 20 числа будет концерт. Да.
да, в Дворце молодежи. Надо обязательно сходить. Это как бы на замену Стиву Рэй Вону такой человек. Америка ставит на него большие ставки. Не знаю, оправдает он или нет. Но вот играет он просто потрясающе, конечно. Вот сказали о тяготении к блюзу, к блюзовым корням, которые, кстати, как сейчас очень слышно, да, что в музыке, которая казалась, когда она исполняется, скажем так, уже полной группы в электрическом варианте, а вот сейчас в этом акустическом варианте слышно, что здесь проистекают не только корни рок-н-ролльные, но и корни ритм-блюзовые, и, может быть, даже какие-то кантри-вещи здесь тоже сейчас в этих аранжировках, как мне кажется, рассказывают. Конечно. А что такое блюз и кантри? Это же народная музыка. Вот. То есть русская народная музыка, американская народная музыка, она народная. Это истоки, корни вообще. Это стержень основной. То же самое блюз, это негритянская народная музыка. Поэтому здесь... Но так получилось, что ведь и ваши песни, и песни землян, они уже тоже стали народными, и редко кто не знает целиком вот те песни, которые вы только что пели. По-моему, до каждой строчки они известны всем, по крайней мере, наверное, всем тем, кто нас сегодня слушает. Так еще 30 лет петь, конечно. Одно и то же. Вот... Как вам, как авторам «Нетленки», живется вот с этим ощущением того, что уже стали историей, по большому счету? Замечательно. Действительно, мы история, вот так вот, грубо говоря. Но, тем не менее, забронзоветь и стать таким статичным... Закостенеть мы не... Нет. А как вот ваши домашние, ваши близкие, родные реагируют на это, вот на ваш, на то, что вы все равно, несмотря на то, что уже с течением всего этого времени продолжаете движение вперед, дают ли они, может, вам какие-нибудь советы или критикуют вас? Ну а как же, конечно. Конечно. Самые главные критики – это жены. Женам нравится? Ну не все, не все. Ну, это хорошо, когда есть близкий человек, который может сказать откровенно, но свое мнение высказать. Потому что к кому первому идешь? Конечно, к жене. Вот, посмотри, что получилось. Да? Она говорит, не, это никуда не годится. Мне это не нравится. Ну, как не может тебе это не нравиться? Это же гениально. А потом, спустя какое-то время, да, действительно, она права. То есть вы не живете по принципу «послушай, что скажет женщина, и сделай наоборот». Нет. Сергей приходит ко мне и говорит, неужели это плохо? Мы решаем, что это хорошо. И в итоге... Выбираем все равно лучшее. Конечно, прислушиваясь к тому, что говорит. Да нет, решение всегда остается за нами, конечно. Я знаю, что у проекта «Земляне Восточный экспресс» есть еще один идейный вдохновитель. Да. Может, расскажете о нем буквально несколько слов? Это литературный. Сергей Светланин. У нас есть такой идейный вдохновитель. Сергей Светланин. Вот он может подойти сюда. Иди сюда, Серега. Вот мы представляем еще, по большому счету, еще одного участника этого замечательного коллектива, Сергея Светланина, который является и литературным редактором, насколько я понимаю, да, этого проекта, и даже, насколько я знаю, соавтором, да, некоторых новых вещей. Да, кое-что у нас есть. Дай мне микрофончик. И так слышно. Кое-что у нас есть, и вот примус тот, который я подчиняю, это как раз и есть сценарий фильма, о котором много говорят сегодня ребята. Это литературная часть проекта, которая будет достаточно серьезной. Ну и новые песни, новое звучание, которое на них, и литературное звучание, это уже на мне. Это такой будет новый «Восточный экспресс», которого мы ждем с нетерпением, и который сейчас продолжает выступление в рамках нашей программы «Флэт» на Живом радио и Живом ТВ. Прошу вас, музыку! Раз, два, три, четыре. Это было так давно, забыто, как сон. Сердце ныло, не исключено, сильно был я влюблен. От любви плохого не ждал, высоко в облаках я летал, но упал. И наивно
подобно мечтам по ночам. Все о ней, все о ней. Все прошло, осталась печаль в темноте без огней. О делах совсем забывал, и друзей к себе я не звал и страдал. Да-да, я знаю, придет тот час. Придет тот час, я знаю, сведет он снова нас. Да-да, я знаю, придет тот час. Придет тот час, я знаю, сведет он снова нас. Понял я, что так тянет ввысь по весне, по весне. Счастья миг, ты меня дождись, я приду к тебе. Время бег, кто создал тебя. Погоди, не беги без меня, без меня. Да-да, я знаю, придет тот час. Придет тот час, я знаю, сведет он снова нас. Да-да, я знаю, придет тот час. Придет тот час, я знаю, идет он снова нас. Время бег, кто создал тебя. Погоди, не беги без меня. Да-да, я знаю, придет тот час, придет тот час, я знаю, сведет он снова нас. Да-да, я знаю, придет тот час, придет тот час, я знаю, сведет он снова нас. Живую здесь, в рамках программы «Флэт», в акустическом исполнении «Земляне», «Восточный экспресс». Все у нас совершенно живое, как и наше живое радио, и живое ТВ, и живой концерт. А вот, скажите, вот только что пели песню, да, о том, что придет тот час. А как вы думаете, придет ли тот час, когда рок-музыка опять у нас в стране будет на гребне волны? Потому что ведь получается как, что... Новых рок-имен не появляется, и порой возникает ощущение, что как-то и рок-музыка все отходит на задний план, уступая место разным поп-проектам, да, и музыки коммерческой. Как вы думаете, что, когда произойдет этот момент вот, возрождения интереса к рок-музыке, и что для этого будет сделано вами? Я могу сказать, что интерес к рок-музыке, вот, судя по фестивалям, по всему, намного вырос. То есть люди соскучились. Вот, у меня есть еще один проект, группа Drivers Band. Мы, кстати, недавно здесь были, в феврале в этом году, с этой группой. Вот, и вот этим летом, в конце августа, был в Кузьминках фестиваль, который устраивал как раз Андрей Ковалев. Просто бешеное количество народу, просто столпотворение. То есть очень огромный интерес у молодежи к рок-музыке. Именно у молодежи, то есть да. Аудитория. Именно, это... да, да, да. Люди, которые, может быть, и не родились в тот момент, да, когда земляне уже гремели в Европе. Да, да. То есть люди, они остаются людьми. В любом случае. И они тянутся к живому, а не к этой пластмассе, которая льется изо всех динамиков. Потребность появилась. Огромная. Даже у самой главной. Огромная. Поэтому это вселяет огромную надежду и какую-то уверенность даже в завтрашнем дне. А вот тогда такой вопрос.
Почему, как вы думаете, почему произошло в один прекрасный момент вот этот вот отход от рок-музыки? Что, так, что явилось, ну, может быть, катализатором, когда вдруг рок-музыка куда-то пропала, исчезла на какое-то время из эфиров, из телевизора, из радио? Ну, дело в том, что был тяжелый период у страны, это 90-е годы. Тогда вообще многие исчезали вообще, то есть уходили в забвение. Вот. Но сейчас, слава богу, этот период мы благополучно пережили. Вот. Сейчас стали возрождаться те имена, которых все забыли. Казаченко тоже, например, вот сейчас тоже начинает потихонечку петь. Очень много людей, которые были в забвении, сейчас начинают опять становиться на ноги. И это радует. Как удалось землянам вот пережить весь этот период? Поделитесь рецептом долголетия и творческой активности. Ну, слава богу, мы живы все, здоровы. Это самое главное. Вот. Слава богу. Естественно, не было без проблем. У всех они были в 90-е годы. Я не знаю человека, которого не затронули бы 90-е годы. Пустые прилавки, практически работы не было. Ну, очень тяжело было, конечно. Но выжили. Выжили и сейчас сидим перед вами. Что и вам желаем. Есть ощущение того, что кризис миновал навсегда? Есть. Конечно. Хотелось бы. Верить. Ну, дай бог, чтобы это действительно все было так. Ну что ж, тогда еще просим еще музыки. Опа. Хотя я сказал, радость и печаль. Радость и печаль. Все переживем. Белой дымкою мая, лепестками летя, я тебя окружаю, обнимаю тебя. С каждым часом ты ближе, ничего не таи. Я все радости вижу, все печали твои. Радость и печаль, как прежде, неразлучны. Радость и печаль пройдут любую даль, пройдут любую даль. Вспыхнет, как огонь, как солнце луч сквозь тучу. Радость сквозь печаль, радость сквозь печаль. Мир тобой переполнен, потому и живу. Сердцем чувствую волны, тишину и траву. Ветром свежим я рядом, и в полях, и в лесу. Принесу тебе радость, а печаль унесу. Радость и печаль, как прежде, неразлучны. Радость и печаль пройдут любую даль, пройдут любую даль. Пыхнет, как огонь, как солнце луч сквозь тучу. Радость сквозь печаль, радость сквозь печаль. Радость сквозь печаль, радость сквозь печаль.
печаль, радость глаз печаль, сквозь печаль, радость сквозь печаль, радость сквозь печаль. Это «Живое радио» и «Живое ТВ» в эфире программа «Флэт», и у нас в гостях «Земляне Восточный экспресс». Я Павел Сурков. Хочу сказать, что у нас интерактив идет вовсю, нам задают вопросы в чате, и вот очень интересный вопрос Ян задает. Вот он замечает, что сейчас активно идет всякие вот те самые «Фабрики звезд» и «Иже с ними», которые проходят у нас по телевидению. И очень часто разные рок-команды не чураются того, чтобы принимать участие в этих вот «Фабриках звезд», выступая на одной сцене с поп-артистами. Вот такой, может быть, немножко провокационный вопрос задает наш слушатель. А вот если вас позовут поучаствовать в подобном проекте, согласитесь или нет? Но они же участвуют с поп-артистами. Мы не поп. Нет, имеется в виду, что иногда в эти проекты зовут в качестве, ну, участников, так сказать, старших товарищей, которые учат чему-то молодежь. А почему нет? У нас огромный опыт. Только там, по-моему, такой музыки не поется. Там в основном... Ну, речь-то идет о нас, Юр. Вот могу сказать, что сейчас, я это сам видел, на концерты ведущих наших мировых рок-звезд, которые приезжают к нам сюда, очень часто ходят телевизионные продюсеры, которые порой затаскивают их туда, вот в эти проекты. Там Electric Light Orchestra 2 были на «Фабрике звезд», выступали вместе с этими нашими новыми поп-звездами. По-моему, ничего из этого хорошего, на мой взгляд, не вышло. Но это уже... Ну, то есть, в принципе, если вдруг вас позовут поучаствовать в таком проекте, не откажетесь? Почему нет? Ничего в этом такого особо. А если у вас, если можно так выразиться, некие, ну, ученики, то есть какая-нибудь, может быть, молодая команда, которую вы бы могли назвать своими последователями, продолжателями тех лучших традиций? Да, ну вот я уже говорил, но у меня есть такой проект, называется Drivers Band. Вот молодые ребята, которые играют такой рок-н-ролл. Вот, кому интересно, может зайти на сайт drivers-band.ru. Ну, вот официальный сайт группы, может поинтересоваться. Да и вообще, кто-то из молодежи, если желает получить какие-то, может быть, уроки от нас, пожалуйста, милости просим. Звоните. Вы открыты для общения? Конечно. Насколько я знаю, скоро заработает ваш сайт официально. Да, скоро заработает наш сайт, я думаю, на этой неделе, вот на будущий, который... Что будет на этом сайте? Что там можно будет увидеть, услышать? Можно ли оттуда, может быть, будет скачать какие-то новые песни? Конечно, там будет много видеоматериалов. Ну, немного, скажем, но в пределах, как это можно, в интернете. Там много не выложишь, правильно? Вот, будет фотосессии, пару песен можно будет скачать, может, побольше. То есть там будут такие эксклюзивные материалы, и при этом вы сами будете называется, находиться в интерактиве со всеми посетителями. Форум, гостевая, все как положено. А вы... И вот еще что касается учеников, да? Ведь, да, конечно, нас слушала вся страна. Да слушает сейчас. И до сих пор слушают, да. И, естественно, конечно, начинающие музыканты, они начинают снимать сначала фирмачи, фирменные команды и прочее. Естественно, люди, начинающие музыканты, естественно, играли наши песни. Играли по всей стране. Так сколько у нас учеников? Мы не знаем. Отлично сказано. Я думаю, что когда... Столько же, сколько и детей. Отлично сказано. Еще лучше сказано. Надеюсь, что когда появятся новые альбомы, появятся новые песни, количество возрастет этих учеников и, можно так сказать, духовных чад. Я уверен в этом, просто уверен. Чадов. Вот. Мы люди позитивные, любим молодежь. Вот. Молодежь к нам тоже тянется. И слава богу. Слава богу. С ориентацией. Да. У нас нет такого, что там... Вот я начинающий, да. Мы тоже когда-то были все такими. Все через это прошли.
потрясающе. «Земляне Восточный экспресс» являют собой тот уникальный пример, когда звезды мирового масштаба не чураются, скажем так, прямого контакта с молодежью, со своими слушателями и зрителями. Я могу сказать, что у нас время наше неизбежно подходит к концу. У нас остается буквально примерно 8 минут в эфире. Я сейчас еще задам несколько вопросов, а потом мы перейдем к последней песне. Я не скажу, что это будет за песня, хотя, наверное, догадываюсь, что это будет. А, то есть мы можем сыграть еще, послушать еще? Да, мы решили вспомнить одну старую старенькую песню. Да, давайте, тогда... Мы вспомнили Кубу, и вот как раз... Интересно, как она прозвучит в этом акустическом времени. Вот здесь, да. Ту самую, которую принимали на Кубе. Да не только на Кубе. Она такая, более легенькая. Ну что ж, давайте. Волны, 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 солнце позолота. Волны, волны, волны переполняют сердца. Осень наступает без конца и края. Грустная немая, желтая листва. Только снится лето, радостью согрета. Там сияет где-то море синева. И в горах на лыжах я зимою слышу. Слышу, как все ближе плещется прибой. Верится, что скоро я покину горы и сменяю город на простор морской. Волны, 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 солнце позолота. Волны, волны, волны переполняют сердца. Волны смоют годы, годы и заботы. Манят красотою волны навсегда. Ветра все сильней, сильней. Вот пришел мой праздник, море утром ясным. Наиву прекрасней, чем мечте моей. Волны, 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 солнце позолота. Волны, волны, волны переполняют. Волны смоют годы, годы и заботы. Манят красотою волны навсегда. Великолепно, великолепно. Не можем удержаться от аплодисментов, которыми встречаем здесь «Землян Восточный экспресс». Спасибо вам большое за то, что были сегодня у нас в эфире. Мы желаем, искренне желаем вам... А траву у дома? Конечно. У нас еще есть целых последние 5 минут, даже без нее, без просто без такого-то хита. Хочу сказать, что мы искренне желаем вам творческих успехов, чтобы рок-музыка наконец-то задавила всю эту бесконечную серость, и чтобы настоящие живые песни, не стареющие годами... чтобы они перешли и в следующее поколение приобрели бы новую жизнь, ну и чтобы новые хиты, настоящие хиты, которые будут распевать
все последующие поколения, так же, как сейчас, поют и «Траву у дома», и «Маленький кораблик», и «Каскадеров», и все-все-все-все-все-все, что вы сегодня для нас пели, чтобы точно так же они заводили, радовали и несли все разумное, хорошее, красивое, доброе, вечное. Спасибо. Спасибо вам огромное. Сегодня для вас здесь работали я, Павел Сурков. За пультом был диджей Лемур. Фотографировала нас Виктория Добрынина. Фотографии скоро смотреть на нашем сайте за режиссерской камерой Артем Каверин. Я прощаюсь с вами. Увидимся здесь на следующей неделе. А здесь для нас поют земляне «Восточный экспресс». Всего хорошего и спасибо за рыбу. Как сын грустит о матери, грустим о земле, она одна. А звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, ждем цвета, и земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома, это ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. Снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Thank you.
Спасибо.